Благодарю за вопрос. На самом деле, какие наши будут телеса, нам сугубо не открыто. Да и, наверное, и не нужно с другой стороны. Мы сейчас как младенцы в утробе матери, которые только можем предположить, какая будет жизнь после нашего духовного такого рождения, после второго пришествия Господа. Но то, что она будет совершенно кардинально другой, это стопроцентно. Но есть предположение, что, скорее всего, наши телеса будут такие же, как у Христа после воскресения. То есть, с одной стороны, Он явился среди учеников по воскресению Своего дверям затворенным, как вы помните, и сказал «мир вам», то есть не нуждался, не стучал в дверь «откройте мне». И в то же самое время сказал Фоме «иди, вложи перста свои в ребра, там, в руцы мои, не будь неверен, но верен». То есть материально и нематериально. Ну, конечно же, это пока только все предположение. Сейчас мы видим все это будущее, как подобие, как мы смотрим на затмение в закопченное стекло. Мы уже видим солнце, но еще для нас только приоткрыто. Храни Господь.